Взаимодействие Якутского научного центра комплексных медицинских проблем с Международным советом AMEP, изучающим проблемы арктической зоны, продолжаются уже четвертый год. Провести заседание рабочей группы совета в город Якутск приехала научная делегация из Норвегии. За работой конференции наблюдал Иван Подойницын. Проект AMEP реализуется среди приарктических стран, собранных в Международный совет. В настоящее время целью исследования является предоставление достоверной и достаточной информации о состоянии арктической среды и стоящими перед ней угрозами, а также формирование рекомендаций на ее основании для стран-участников. В Северной Норвегии мы сталкиваемся примерно с теми же вызовами среды, с какими и вы в Якутии, особенно в перспективе медицинских проблем. У нас тоже громадные расстояния, тяжелые климатические условия и недостаточность квалификации медицинского персонала. Мы работаем над решением этих проблем в разных ключах. Во-первых, у нас много исследований в арктической зоне. Исследовательский центр нашего университета охватывает почти 35% Северной Норвегии. Мы изначально стараемся понять, что мы можем сделать у нас, а затем, что может быть практично в других странах. Отношения Якутии с AMEP развиваются в ряде направлений. Во главе угла изучение здоровья местного населения и в целом людей, проживающих в арктической зоне. Многие исследования направлены на будущие поколения и посвящены детям и молодежи на севере. Мы работаем над тем, что мы называем предотвращающей медициной, и хотим предотвратить риски и влияние на здоровье от загрязняющих веществ, которые образуются от индустриальных отходов. Мы также хотим сохранить продукты питания чистыми. При этом мы хотим сохранить традиции местных жителей от пагубной составляющей влияния современной жизни. Представляемые в рамках конференции доклады посвящены в частности проблемам материнства и детства в условиях Севера, а также лечению обморожений разной степени, практика работы с которыми в республике славится своей отработанностью. Но помимо этого интерес сторон заключается и в подготовке специалистов из Якутии в Норвежском университете. Поедут наши специалисты на своем материале и будут защищать, выполнять работу в университете Арктики в Тромсе по международным стандартам. Это называется PhD. По факту подведения итогов проведенной работы стороны должны наметить дальнейший курс взаимодействия. Иван Подойницын, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.